маточное бесплодие. Существует маточный фактор бесплодия. Это состояние, когда полость матки не способна принять эмбрион, либо эмбрион постоянно выбрасывается, выталкивается полостью матки. К маточным факторам относятся образование в полости матки, различные полипы, гиперплазии, мематозное образование, выбухающее в полость матки. Либо к маточным факторам относятся наличие эндометриоза, внутреннего аденомиоза, наличие фиброматозных узлов в самом мышечном слое, либо на границе с серозным, либо слизистым слоем. Как правило, мышечные факторы бесплодия коррегируются гормональными препаратами. Это то, что касается малых форм эндометриоза. Если ставится диагноз наличия аденомиоза, гиперплазии, либо полипоза эндометрии, то, как правило, основным методом лечения является гистероскопия, то есть хирургическое устранение причины с последующим контролем и последующим заместителем гормональной терапии для подготовки полости матки к последующему лечению бесплодия вспомогательными либо естественными методами регуляции репродукции.